Та, доброго дня, мене звати Сергій. Сьогодні ми знаходимося на макеті «Україна». Будемо іспитувати, використовувати в роботі деякі моделі їхнього новітнього інструменту на акумуляторах. Компанія «Електромотор». Перфоратором. Вот это как раз у нас акционная модель. Самое главное, компактный, замечательный размер. Можно спокойно работать одной рукой, что немаловажно. То есть, что любят наши монтажники. То есть, и при этом, при всем, недостаток один, отсутствие чистого удара, но он здесь не нужен. Да. Так, чисто. Так это не то. Замечательно. Но при всем при этом взять, если вариант монтажный, то есть у нас вот такая вот машина. ДШР-171. Да, у них тоже подсказка вам. Первые две цифры, это в принципе допустимый максимальный диаметр бурения. То есть если 16, до 16 бур, он с ним работает. Выше нежелательно. Идет на... А то 171. 170. До 17-го? Да. То же самое. В принципе, для монтажников проводки, такие как показывают там интернет-кабеля и еже с ними, монтаж натяжных потолков. И вчера вот у меня удивили гипсокартонщики, потому что, говорит, мы, говорит, пользуемся такими машинами. Они не так давно появились. Говорит, очень компактная, очень надежная машина. Плюс ко всему, вы, когда будете работать, вы попробуйте степень вибрации. Обратите внимание, как здесь работает демпфер. Здесь BL мотор, весьма легкая, компактная машина, и точно так же замечательно лежит в руке, во всех плоскостях к ним удобно работать. Экономят батареи, легкий, компактный, и здесь полноценный пневмоудар. И при этом при всем работает... То есть тут надо попробовать вибрацию от одной и от другой машины. Из питань покупки, комплексного подбора и знижки, звертайтесь в нашу компанию «Электромотор». Меня зовут Сергій, чекаю на ваши думки. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».